как давать ребенку гаджет, чтобы не испортить его осанку. Когда ребенок занимается обычными вещами, например, читает книжку или играет в кубики, или собирает конструктор, он сам контролирует свою осанку. И он сам себя держит прямо. Но как только ему в руки попадает какой-то гаджет, он настолько увлекается, что перестает себя контролировать. Поэтому мы, взрослые, когда даем ребенку в руки гаджет, должны подумать, как ребенок будет сидеть и на чем, и куда он будет смотреть. Например, если он берет в руки телефон, то, как правило, это выглядит вот таким образом. Чтобы ребенка не скрючивало, нужно научить его держать телефон либо так, либо вот так, либо еще лучше, чтобы телефон был на подставочке перед ним на столе. Или не на столе, или на полу, на подставочке. То же самое касается планшетов, ноутбуков. И также важно, чтобы его спинке было удобно, поэтому здорово, если ребенок будет сидеть не на взрослом кресле, а на детском, либо если на диване, то ножки крестиком и вплотную к спинке, либо под поясницу подкладывается удобная подушечка. Это основные правила. Более подробно смотрите видео на моем канале.